нашем университете мы общаемся с разными людьми, с разными приверженцами религии, и с кем-то тесно, с кем-то еще более тесно. И, скажем так, есть ребята, которые, наоборот, проявляя уважение нашей религии, здороваются с нами «Ассаламу алейкум». И если я не ошибаюсь, могу ошибаться, что мусульманину нельзя отвечать «Ва алейкум ассалам». Правда ли это? Смотрите, если когда пророку Мухаммаду, саллаху алейкум, говорили «Ассаляму алейкум», он тоже отвечал так же «Ва алейкум». То есть проблем да. нет. То есть ты не можешь даже говорить, то что брат или друг. Нет. Что такое «Ассаляму алейкум»? Мир вам. Да, мир вам. Да. А как говорили они? Это, знаете, по отношению к кому? Когда пророку Мухаммаду говорили, это не друзья, так скажем, из других религий, а это были враги, которые говорили так «Ассаляму алейкум». Сам, так говорят, друзья. Они говорили «Ассаляму алейкум», говорят «Ассаляму алейкум», «Ассаляму алейкум», «Смерть тебе». Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. И пророк Мухаммад говорил «Ва алейкум», и вам тоже. И вам тоже. Вот так отвечал. Но если тебе сказали «Мир тебе», то так ответи, вам тоже мир. То есть даже когда в твоем присутствии говорит там мусульманин, не мусульманин, не говорится на «Ассаляму алейкум», я могу его исправить, то есть неправильно говоришь, что нельзя запрещать человека так приветствовать с тобой. Не, если «Ассаляму алейкум» сказали тебе, то так же. Четко, как положено. Смотрите, вот на это доказать, какое в Коране. Всевышний говорит, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا. Это правило для всех. И Аллах не говорит только по отношению к мусульманам. Если вас поприветствовали каким-то приветствием, ответьте лучшим или хотя бы ответьте тем, чем вас приветствуют. То есть если вы сказали «Саляму алейкум», скажите «Ва алейкум ассалям, рахматуллах баракат» или «Ва алейкум ассалям», как минимум. То есть отвечать мы должны. То есть «Ассалям» — это что-то мир. Я вам желаю мир, я вам тоже желаю мир. Ты же другу не можешь там не мира пожелать. Поэтому это какое-то лавань, может, какое-то свое какое-то законное заключение, может, какое-то было. Мне было просто сомнение, поэтому убедиться уже. Точку поставить. Именно были такие вопросы, когда там среди сахабов, когда там враги, когда говорили сам, сам алейк, смерть тебе. Он тогда отвечал. И говорил типа, ва алейкум ассалям, не говорит, потому что нам желает смерть. А тут, когда чистое уважение, тогда тут. Все, сначала.